Спасибо, Фара. Да пустяки. Мы у тебя в долгу. Мы в расчете. Удачи всем нам. До встречи, капитан. По коням, бойцы! Ты прости, я не мог. Джон, но не это надо. Моя вина, я не должен был Джон, бросать. Джон, все. Хватит. Ладно. У нас проблема похуже. В Испании находились системы наведения. Системы наведения? Черт, где они их взяли? У русских. Где они сейчас? На ракетах. И кроме Гасана только один человек знает, где они. Ла Каса де Синомбре? Но одного из Лугартеньентес. Лейтенанта в картеле? Именно, Соуп. Быстро учишься. Мы знаем, что все большие шишки Лас-Альмаса будут там. Одни по приглашению, другие... По вызову? Да. И в чем суть? Носотрос. Лас-Альмас горит, и они хотят знать, кто его поджег. Синомбре тоже там будет? Но гарантиес. Но другого шанса нет. Ну, рискнем. Мои тени хоть всю эту чертову страну захватят. Предпочел бы иначе. Это я так. Один дом точно осилим. Синомбре нужен живым. Ну, мы его выманим. Как? Предложим ему данные. Хочет узнать, кто мы? Пожалуйста. Лично? Корректо. Проберемся туда, найдем босса и готово. Я пойду. Сунешься туда, и тебя прикончат. Я все же рискну. Нам надо найти ракеты, так давайте найдем их. Я предложу рассказать все Синомбре. Если он там, нападайте. Орале, да ты смельчак, Каброн. Но тебе нужны глаза и уши. Я с тобой. Я вас прикрою. Вертушка теней будет рядом. Да, понял. И как доказательство... Покажи это. Зови, если что. Так, собираемся и погнали. Тени на месте. Понял. Все готово. Вижу хорошую площадку на крыше. Понял. Двое с оружием у парадной двери. Алехандро, ты как? Он вакеро внутри. Твою мать, как это ты? Это тайна, эрмано. Вижу Соупа. Момент истины. Они видят? Теперь да. Его ведут внутрь. А он смелый. Хоть бы выжил. Эрмано. Алехандро. Как ты? Потом. Слушай. Выложи им все как есть. Не ври. Отвечай на вопрос, иначе тебя убьют. Выложить им все? Все. Мексиканский спецназ, американский ЧВК, Shadow Company, Филипп Грейвс. Всю правду. Даже твое имя? Это он? Си, сеньор. У тебя есть имя? Меня зовут Соуп. Что за имя такое дурацкое, Соуп? Идем. Мне нужен Эль Синомбре. Ему нужен босс. Ты жив только потому, что можешь что-то знать. Веди себя хорошо, Гуэро. Или я сдеру твой долбанный ирокез вместе со скальпом. Нахер из моего лифта. Это мой дом. А значит, не увидишь босса, пока я не скажу. Молчи, пока не спросят. А самое главное... Говори правду. Если соврешь, пойдешь на корм псам. Что ты себе позволяешь? Я давно не спал. Босс запретил наркоту. Диего, я просто хотел взбодриться, пойми.
выполняй приказы, скотина! Боль вправит тебе мозги. А теперь за дело. Лос-Альмос на войне. Чтоб победить, слушай приказ. Только так мы и выживаем. И потому босс сегодня здесь. El Cien Nombre здесь внизу? Нет. А вот личная сикария Cien Nombre, да. Валерия, еще один. Гринго. А ну марш! Это кто? Его зовут Соуп. Сам пришел. Соуп? Ты шутишь? И вы его впустили? С ума сошли? Он сказал, что знает. Мы его не знаем. А этот пендехо благодаря тебе видел наши лица. Валерия, нам нужна информация. Он пригодится. Надеюсь, потому что если нет, после его смерти на этом стуле окажешься ты. Ниньос! Все просто. На мой вопрос отвечаешь правду. Не смей мне врать. Не так давно мы защищали нашего друга в горах. На нас напали. Кто? Попонятней для Гринго. Я думаю, это были конкуренты. Твой ход, Бланкито. Кто напал? Это был не картель. Это был мексиканский спецназ. Мы нашли трупы. Fuerzas especiales. Итак, почему чужак знает про мексиканский спецназ, а ты нет? Может, он там был? Ты был там, скотина. Может, он тоже был? Некие чужаки помогали мексиканскому спецназу. Кто они? Мы слышали их крики на другом языке. Там были гринго, как он. Американские ЧВК зовут себя Shadow Company. Los Vaqueros работали с наемниками. Чертовы змеи. Видишь? Я был прав. Там были гринго. Докажи, что Shadow Company существует, тупица. Как доказать? А у тебя есть доказательства? Загляни в мой карман. Что это? Символика Shadow Company. Факт. Кто глава Shadow Company? Назови имя. Филипп Грейвс. Фил Грейвс. Фил Могильный. Отлично. Этот Грейвс. Чего он хочет? Его цель — ваш босс, El Cien Nombre. Ему нельзя верить. Нельзя. Говорю же! А ты нам не сказал ничего! Тебе заплатили, а чужак знает больше. Нет, пора не делай прикончить этого. Это ничтожество. Пожалуйста. С радостью, Валерия. Пожалуйста, я не хочу. Неплохо. Даже очень. Молодец. Пора за дело. Идем наверх. Ну, Гуэро.
Имей в виду, это еще не все. Синомбре решит позже. Работайте как следует, уроды. Вамос. Сюда. Хаус. Да чего шустрый, Лос Вакерос? Я буду в пентхаусе с Синомбре. Когда я увижу Синомбре? Валерия сейчас пойдет к боссу. Ты жди с остальными. Мне кажется, Эль Синомбре скоро очень захочет поговорить с тобой. Ты подождешь здесь, Соуп. Я буду во Френде. Не беспокоить. Сихефе. Орале, все нормально. Тебя ждут снаружи. Хорошо. Дай ему маску и следи за ним. Ты живой? Алехандро, и ты, друг? Эль Синомбре в пентхаусе. На третьем. Нам нужен пропуск. У Диего есть. Держи. Круто. Вот. Это зачем? Люди скрывают дела с картелем. Включаю связь. Слышно? Слышу. Ну все, выходим. Гоуст, мы там. Что у тебя? Эль Синомбре в пентхаусе. Третий этаж. Быстрее всего на лифте, но нам нужен пропуск Диего. Где Диего? Афренда. Второй этаж. Видишь что-нибудь, лейтенант? Попробуй найти путь на крышу. С нее можно попасть в пентхаус. Я так и так пойду наверх. Тише, Эрмано. Увидев тебя здесь или в гараже, охрана будет стрелять. Что в гараже? Без понятия. Что-то важное для Диего. Найди Эль Синомбре и выполни задачу. Отбой. Olvídate de tu amigo. Él ya se fue. Te quedarás aquí hasta que Эль Синомбре decida qué hacer contigo. Por aquí. Te copio. ¡Mantén las alertas! Нападай только в укромных местах. Нашел оружие. Осторожнее, Эрмано. Если мы поднимем шум, за нами будут охотиться все. Взял бутылку. Пригодится отвлекать охрану. Sí, es en serio. Número de cuenta 091901. Zona segura. Entendido. Esta noche. Central, C1. ¿Puedes buscar путь наверх или пройти за самотрак? ¡Arma! ¡Mate a ese culero! Central, tenemos una... Sí, es en serio. Esta noche. Central, C1. ¿Qué quieres decir con... Voy hacia la armería. Dos minutos. Можешь поискать путь наверх или пойти за тем охранником. Решай сам. Это гараж. Следи, чтобы тебя здесь не поймали. Что там внутри? Без понятия. Это запретная зона. Охрана стреляет сразу. Нашел арсенал Диего. А, мерда!
Так, здесь ты в безопасности. No puede estar lejos. Sepárense, registren la zona. На крыше гаража тебя могут засечь охранники. Всех гостей вывели. Если охранники тебя заметят, то нападут. Quiero que veas el nombre del dueño de esta cuenta y transfiere el dinero. Esperaré 5 minutos. Luego involucraré... Это запретная зона. Охрана стреляет сразу. Я на втором этаже. Диего во Френде. Где-то на этом этаже. Да. Алехандро, я нашел Диего. Понял. Принято. Да. Кабрунос, эти сраные американские наемники в нашем чертовом городишке. Это что-то новое. Мы не уступим этим засранцам ни пяди земли. Зачем они тут? У нас тут сейчас в разработке очень важное дело. Мы развиваемся и быстро растем. Не потеряй нож, Арман. Как дьявол хочет сбить тебя вниз. Они хотят войны. Собирай всех местных боссов. Хочу развесить чужаков по мостам Лос-Альмоса. Теряй нож, Армана. В разработке очень важное дело. Мы развиваем. Они хотят войны. Мы устроим такую войну, какую они сроду не теряли вниз. Если самолет еще в Лос-Альмосе, он будет наш. Сейчас в разработке очень важное дело. Мы развиваемся и быстро растем. Но собирай всех местных боссов. Дьявол хочет сбить тебя вниз. Хочу развесить чужаков по мостам Лос-Альмоса. Си, сеньор. Тревога. Они нашли дело. Esto es difícil. Encarga. Silencio. Entendido. Стрельба привлекла их внимание. Всех гостей вывели. Если охранники тебя заметят, то нападут. Алехандро, Диего мертв. Алево, так держать. Перепробуем. Взял пропуск. Понял, встретимся у лифта. Это земли. Черт, так и знал, что этим кончится. Голд, мы засвечены. Стреляем. Понял, прикрываю снаружи. Соп, двигай к лифтам. Встречаемся у лифта. Vamos. Соп, двигай к лифтам. Быстрее!
Встречаемся у лифтов. Vamos! Наслаждайся. ¿A dónde chingados te fuiste? Но начнем. Вот и все, hermano. Синомбре давно захватил город. Дал его имя дьяволам, но мы вернем его. Момент истины. Да. Впереди пост охраны. Как будем проходить? Доверься мне. А это еще кто? Тот самый говнюк, которого мы ищем. Змейка поставлена. Ищем Альсиномбра. Дайте имя безымянного. Миссис Спрэнни прибыл вовремя. Эппи, тебе нужно вернуть. Сказала же не мешать мне работать. Все проблемы решайте сами. Я могу гарантировать, что мои люди выполнят заказ и доставят все грузы. Синомбра, тебе нужно сейчас. Удачи. Пойдем. Охренеть. Кто это? Та сикария внизу. Валерия. Она Эльсиномбре. Валерия? Ты уверен, Армано? Да. Надо идти. Грейвс, Синомбре оказался женщиной. Мы входим. Готов? Готов. Гоуст? Готов. Бери ее живой. Синомбре! Для вас, Валерия! Пряталась на виду! Пряталась? Мои люди везде, солдат! Супер! Мы тоже! Идем! Эрмано! Что такое? Валерия! Я ее знаю! Садись. Откуда вы знаете друг друга? Знаете, сильно сказано. Ну что ты, сильные слова важны. Наше слово, наша связь. Да нет? Пошла ты нахер, чертова сраная сука! Тише, тише, командир! Все! Все! Vamos! Скажи им! Я не подчиняюсь приказам. Даже собаки в Лос-Альмосе не смеют лаять на меня. Мересте, мы служили вместе. Она бывший солдат. В разных отрядах одной группы. Твои были дикими. Los Vaqueros. А мои бойцы были просто безупречными. До атаки на сына Лаорани, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Ее отряд должен был сдерживать боевиков Лаорани, чтобы избежать лишних смертей. Ну, мы так и сделали. Потому что вы сами были его боевиками, так? До гор мы его доставили без особых проблем. И заодно избежали смертей. Его должны были судить. Так ты убила его. Я взяла власть. Я создала себе должность и заняла ее. Мы нужны Лос-Альмосу. Лос-Альмосу нужны солдаты. А не Сикариус. А вы? Вы позорите армию. Это с Эрманос, но? Тебе зачем это? Ну смотри. Ты ведь наемник, да? Тебе знакомо понятие конкуренции? Ты наркоторговка, укрывшая террориста. Терроризм укрепляет бизнес.
Это страховка. Да херню она несет. Да ты хоть попробуй, наконец, вытащить свою голову из жопы! Пута мадре, Алехандро! Пока вы там боретесь с терроризмом, вам не до нас, наркоторговцев. Чтобы найти вашего террориста и ракеты, нужна я. Чтобы избежать смертей. Это без меня. Это ничего не меняет. Нет, это все меняет! Блядь! Только никаких сделок. Она обманет. Теперь твоя очередь говорить. Мне нужны ракеты, нужны цели и нужен Гасан. Даю 10 секунд, а потом узнаешь разницу между военными и мной. Я не знаю целей. Я курьер, доставляю товар. Зато могу сказать, где ракеты. Когда вернетесь, скажу, где Гасан. А за это вы меня отпустите и свалите из Лос-Альмоса, имя Ларганья. Идет. А пока посидишь здесь. Координаты, полученные в ходе допроса, соответствуют буровой платформе в 400 милях от берега Мексиканского залива. Платформа давно не работает и служит картелю перевалочным пунктом при перевозке контрабанды. В 500 метрах к северо-западу от нее находится судно. Наблюдатели видели, как с него выгружали большой контейнер. Сейчас он стоит на верхней площадке платформы. Мы полагаем, что ракета в нем. ОТГ-141 полковник Варгас и Shadow Company отправятся туда на трех катерах для захвата обеих целей. Гоуст возглавит штурм судна, а Грейвс, Соуп и Алехандро захватят вышку и обезвредят ракету. Церемониться с вами там не будут, поэтому приказываю устранить все угрозы. Платформа! Отлично! Наша цель там! Тени 1 и 2 к точкам входа! И приступайте! Внимание, наблюдаю судно! Понял! Готовьтесь к штурму! На связи! Если Валерия не врет, войти, огонь! Обезвредить ракету! А если врет? Ха. Удачи! Удачи нам! Готовьтесь к сюрпризам! Возможно, засада! Главное, мы готовы. Принято. Начинайте. Зацеп. Все наверх. Тени, ракета на этой платформе. Блокируйте ее полностью. Принято. Внутри твой оружие. Вхожу.